Всем привет! Вчера приезжала подписчица, сегодня уехала. Привезла мне семян. Тыква мускатная, прованская. Вот такая. Посидели, поболтали про огород, про жизнь. Кстати, завтра выйдет офигенное видео. Катастрофическое, я бы сказал бы. Короче, посмотрите. Петунию привезла. Петуния короткая. Высотой до 35 сантиметров. Ну, для кашпо нормально будет. Маргаритки. Вообще клевые маргаритки. Кстати, сегодня 1 марта. Всех с праздником весны. Еще маргаритки. Петунии. Ну, геморройный цветок, конечно, по выращиванию рассады. А так, когда рассада вырастет, окрепнет, высадишь, она нормально развивается, ну, без проблем. Но на стадии выращивания рассады очень сложный цветок. И еще. Кстати, вот она говорит, зашла, говорит, в магазин купить тыкву. Купила вот это. Ну, реально похоже на тыкву, а на самом деле что это? Это томат. Говорит, Ром, не знаю, что с ним делать. Я говорю, ну отдай мне, выращу. У меня, кстати, начали сходить помидоры, которые я сеял недавно. Кстати, ролик там есть, как я их сажал. Сегодня открыл пакет, а они уже вылазят из земли. Ну вот, пока никаких новостей. Но завтра будет очень крутой ролик про катастрофу. Ну, этот высокий. До 2 метров. Ну, оставляем 5-6 кистей и макушку отрезаем. Ладно, всем пока. До завтра. Расскажите, что вы уже посадили. Если сажали что-то. Как у вас дела с петуниями? Как сажаете маргаритки? У меня в планах ее посадить в апреле на рассаду. Все, счастливо.